Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как организована прививочная кампания в поликлинике номер 1 Одинцовской областной больницы, а также поздравил врачей с Днем медицинского работника. Два кабинета вакцинации открыты в поликлинике в декабре 2020 года. В одном из них прием ведется круглосуточно. В этот же день губернатор вместе с главным сердечно-сосудистым хирургом России Лео Бакерия поздравил коллектив Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы.